Доброго времени суток, YouTube, уважаемые видеослушатели моего канала, мои друзья, коллеги, партнеры. Надо сказать, что вы сейчас на своих экранах видите не пустой, не чистый лист Word. На нем написано одно слово, но написано оно очень мелко. Всего лишь одно слово на этом листе бордовском. Мучаюсь я этим словом уже более, наверное, 15 лет. У меня на канале записано, наверное, более 600 или 700 видео, выложенных в открытом доступе. Как правило, видео я записываю с первого дубля. Кроме того, очень много подписчиков у нас на канале. И вот надо сказать, что вот то слово, которое написано здесь, повторюсь еще раз, я мучаюсь им очень долго, более 15 лет этим словом. Значит, у меня записано более 50, наверное, ближе к 100 видео, посвященных этому явлению. Я постоянно с какой-то периодичностью возвращаюсь к этому слову, к этому явлению. Очень трудно об этом говорить. Периодически захожу в интернет, мониторю, что происходит с этим явлением в нашей жизни. Нас сейчас окружают, в общем-то, все более и более неблагоприятные вещи. Меня, в частности, окружают моих коллег, да и вас тоже, дорогие друзья. Ряд последних видео посмотрите, пожалуйста, где я говорю о паллиативной медицине, хосписях, онкопсихологии, каких-то еще негативных явлениях нашей жизни, не только связанных со здоровьем граждан, с разными явлениями. И вот это явление, о которых я сейчас опять же, наверное, умолчу в этом видео, то есть не расскажу и не покажу того всего, чего я хочу об этом сказать. Еще раз повторюсь, более 50 точно, может быть менее сотни, но больше 50 точно записано видео мною по этому поводу. Я до сих пор не решаюсь озвучить это слово. Оно есть, очень мелко написано на этом листе формата А4 в вордовском. Но не могу об этом молчать. Чем цивилизованнее страна, тем больше об этом говорят. Россия, к сожалению, в число этих цивилизованных стран не входит, поэтому говорится в России об этом очень мало, очень скупо, очень ограниченно, с опаской. Но те явления, которые происходят в области политики, экономики, здоровья граждан Российской Федерации, России, как к черту Российской Федерации, России, они все больше и больше возвращают меня к этому явлению. Я все чаще и чаще возвращаюсь к этому явлению, записываю очередное видео, кладу его в папочку архив, есть папочка выложена, где складирую все те видео, которые я записал и выложил. Есть папочка архив, и там более 50 с чем-то, чуть меньше 100, наверное, видео, посвященных вот этому вопросу. И я не решаюсь о нем говорить. И, наверное, в дальнейшем не смогу об этом говорить. Если кто-то из вас догадается, о чем идет речь, пожалуйста, тоже умолчите. Потому что информация настолько примитивна и в то же время настолько разнообразна по этому явлению, по этому поводу. Столько много споров ведется по этому поводу. И столько много умолчаний, недоговорок, нежеланием даже слушать об этом чрезвычайно много. Когда начинаешь говорить об этом явлении с людьми, некоторые говорят, что это не стоит даже выеденного яйца. Некоторые начинают обзывать меня нехорошими словами, если я начинаю такой разговор. В литературе, в интернете масса-масса информации по этому поводу. Но до сих пор для меня это все является достаточно неопределенным. Мне кажется, что я могу говорить об этом
часами, неделями, месяцами, годами, думаю об этом многие годы, с какой-то периодичностью записываю видео об этом, складываю все это в архив. И вот все, на что меня хватило за эти годы, показать вам только лишь чистый лист бумаги формата А4 на своем мониторе компьютерном. Но уже не могу молчать. Но тем не менее, вот по крайней мере так на данный момент обстоит дело. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.